за святую Русь помолюсь. Почему нужна смена? Смотрите, настольная книга русского земледельца. Я же не просто ее показываю. Я изучил, я все перефотографировал. Я пока вот это пропускаю, что каждый домохозяин, владеющий землей на общественном праве, может в любое время требовать укрепления в личную собственность. Представляете? Вот тогда подняли-то, еще потом, если бы не война, мы были бы круче Америки. Вот, вот тогда так. А сейчас, во, а не земля. Так вот, смотрите. И вот я не буду сейчас это все. Это надо отдельно делать нам отдельную передачу. Смотрите. Просто на рисунке. Не узнали? Не узнали? Ведь вы же начитаны. Вы прочитали каждый из вас десяток журналов, названий. А каждый ежедневно делился на десятки, сотни экземпляров. Узнали? 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 Вот. Это все в статьях и журналах, и книгах, изданных в 21 веке. Вот это и весь прогресс. Но я хотя бы это отрицаю. Вот это отрицаю. Вот это, вот это и вот это. Это тоже прогресс. То есть, люди, разуйте глаза. Вы что, с ума сошли? Но если в 19 веке это было, шло к нам, ну, по традиции, кто-то когда-то по-другому не умел. Но 200 лет прошло, смотрите. Доктор наук, фильм снимает. У меня много этих картинок, я наснимал, он, фильм идет, но поэтому я не буду показывать, позорить его. Доктор наук. Это он садит образцовый сорняк. Вы где такого коллегу видели? Даже на рынке не часто встречается. А он доктор наук. Вот он учился. А потом сам статьи писал. Сам книги писал. Вот с этим сам. Видите, слева правильный срез. Вот так надо уничтожать деревья. Правильно. Вот. Это я привел один из примеров. Так. Ну, я как бы вставил свою картинку вот сюда. Это все еще идет. Фотографии из книги. Вот это я вставил современника нашего. Доктора наук. А, узнаете? Непочищенный, почищенный. Вот так вот. Вот так коллекта мы и лепили все эти годы. Вот. Ну, подробнее мы сейчас не будем, конечно. Хотя мне иногда хочется, но время вышло. А потом 1,5 миллиона просмотров, как уничтожить дерево. Это все шло оттуда. И ничего не изменилось. А потом переходит это. Такие средства массовой информации, что теперь берется, уничтожается 50-100 веток, все, докуда рука дотянулась, да? А как, она же вверх растет, как ее не уничтожить? Ой, а что смеюсь-то, тут плакать надо. А потом, самое интересное, что после этого начинает белить, имея сотню ран, вон они, раны, видите, раны, 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 видите, нет, раны, видите, вот. Суммарная площадь этих ран я как-то прикидывал, если штамп вот такой, а суммарная площадь ран вот такая, если в сумме. То есть это коллекция последней стадии. Она так и есть. Вы же видите искалеченное дерево? Оно покрыто этим самым хом. Видите, да? Так вот, это еще не все. Потом его начнут белить, спасая от морозобоин. Искалечить. Это нормально. Почему? Потому что наша наука дальше не продвинулась, Елена Сергеевна. Вот. И Сергей Сергеевич. А дальше вот. Вот это и есть. А это никогда, это вот все, Северный сад закончились книги, записки еще есть, но тоже скоро кончится. Здесь, Елена Сергеевна, две Нобелевские премии. Но просто так нельзя сказать, никто не даст это самое, потому что надо, чтобы выдвинули Нобелевские премии. Но и фактов мало, надо увеличить их в 1000 раз. Присоединяйтесь. Нет, не так. Я когда-то писал в своих статьях в отчаянии. Я готов быть пятым. Там 4 Иванов Петров Сидоров, Железов, Иванов Петров Сидоров, дальше еще 10 фамилий, снова Железов. Только бы не стояло дело, только бы Россия судами покрылась. А это легко и просто. Вот мы сейчас черенков нарезали с моего сада. Самое ценное, с плодами от 80 до 100 грамм абрикосы, плюс персики, которые зимовали на морозе. Мы посадим маленький сад,
сколько у нас денег хватит? Вот. Откуда у нас деньги? А если поможете, мы можем увеличить за 1-2 года до нескольких тысяч экземпляров. И когда это вырастет, это такая сенсация, которая невообразима. Тут уж скрыть-то нельзя будет. Сейчас это все скрывается. Вот то, что вы видите, да? Смотрите. Вот. Оно как скрывается? Его стараются не замечать, или как тот самый кандидат наук Халилов вообще меня до этого самое долбил. Вот, видите? Вот. Это любой может посмотреть. Ну, выводы какие? Крыму снимал. Вот. Что еще? Обвиняли в фотошопе. Ты используешь, что такое фотошоп? Вот. А если тысячекратно увеличим? Это я как бы уже заканчиваю разговор, как бы к вам обращаюсь. Это все можно увеличить тысячекратно. Понимаете? И климат достаточно жесткий. Я не говорю, что это, вот, допустим, в этом году мягче меня было в Тюмени. Мягче меня, я все сравнивал, мне звонки идут со всей стороны. В Тюмени было мягче, в Екатеринбурге было мягче, в Челябинске было мягче, чем у меня, намного. Так? Вот, в Иркутске было мягче, чем у меня. Почему же это там не растет? Вот это. Вот я о чем говорю. Ну, давайте вернемся обратно, где мы там были. Вот. Досмотрим. А, это и все еще, знаете, что идет? Это все еще чужие плоды. Нет, все, хватит. На чужие нагляделись. А какие они чужие? Это мое. Чужие. Это из моих веточек, из моих косточек, семечек. Но все равно давайте вернемся к нашим баранам. Вот. Короче, вот это вот, Елена Сергеевна, это Нобелевская премия. Одна. Она не имеет отношения к садоводству, то есть имеет, но поле, да, а есть чисто садоводческое. Вегетативная гибридизация, раз, насаждение ментора, два, селекционное клонирование, три. В сумме это то, что вы видели выше на фотографии. Так.